Участники первого заседания межведомственной рабочей группы подтвердили, что работа по защите прав безнадзорных животных на курорте выходит на системный уровень. Вместе все мы должны сейчас скоординировать наши действия и в максимальной степени интенсивно, быстро решить вопрос, достаточно остро стоящий на сегодняшний день, о регулировании численности безнадзорных животных на территории города Сочи. В принципе, люди сегодня очень целенаправленно готовились, получили ответы на нужные вопросы. И я думаю, что эта группа в дальнейшем заработает в нужном направлении совместно с усилиями администрации. Деятельность рабочей группы поделили на 5 основных направлений. Это решение правовых вопросов, профилактика и информирование населения, работа городских приютов, контроль за деятельностью фирмы по отлову и содержанию животных. Еще одно не менее важное направление работы – чипирование, стерилизация и кастрация животных. Для этого все ветеринарные службы города, вне зависимости от форм собственности, решено объединить в гильдию. У нас более 20 таких организаций в городе, а работают они разрозненно, да, что абсолютно неправильно. Стерилизация, да, очень важный вопрос, потому что, конечно же, в первую очередь безнадзорных, а по большей части и домашних животных нужно стерилизовать. Это элементарная экологическая безопасность. То же самое, они сейчас готовят вариант, чем сможет помочь этим частным ветлечебницам власть, и как они будут, естественно, помогать зоозащитникам в плане стерилизации и продвижения все необходимые информации. Профилактика, как и стерилизация, важный вопрос в борьбе за права безнадзорных животных, утверждают зоозащитники. Необходимо не допускать появления на свет нежеланных щенков и котят. Помимо этого, общественники призывают сочинцев проявить заботу о тех, кто уже содержится в приютах. Существующие вольеры сегодня заполнены, и до окончания строительства нового приюта в Адлере нужно помочь животным, которые бродят по улицам сейчас. Для этого сочинцев призвали забирать питомцев приюта в свои семьи. Тем более, что все они привиты и стерилизованы. Для того, чтобы обрести нового четвероногого друга, достаточно предъявить паспорт и пройти небольшое собеседование. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.